Сирийский национальный совет избрал нового лидера. Им стал курдский активист Абдель-Басет Сейда. Он сменил на посту Бурхана Гальюна, возглавившего совет сразу после его формирования осенью прошлого года. СНС объединяет большинство сирийских группировок, настроенных оппозиционно по отношению к президенту Башару Асаду. Выступая на заседании СНС в Турции, Сейда заявил, что режим Асада доживает последние дни. Он также призвал Россию и Китай признать риск, с которым сталкивается Сирия. Ситуация в Сирии несет в себе угрозу безопасности как соседним странам, так и международной безопасности вообще, добавил он. Тем временем ситуация в Сирии остается крайне напряженной. По данным оппозиции, только за минувшие сутки в результате бомбардировок и обстрелов в стране погибли по меньшей мере 111 человек. В провинции Хумс, которую правительственные силы пытаются снова взять под контроль, как сообщается, убиты 35 человек. В то же время бойцы свободной сирийской армии активизировали нападения на патрули сирийской регулярной армии и военные склады.